По состоянию на начало августа в рамках программы «Хорошие дороги для Молдовы» отремонтировано более 438 километров дорог, что составляет порядка 35% общего объема запланированных работ. Общий объем инвестиций, уже вложенных в ремонт, составил около 632 миллионов леев, или 40% от бюджета программы. В настоящее время работы ведутся на 193 километров дорог. На это будет выделено порядка 249 миллионов леев. Как уже сообщалось ранее, в районе Дубе-Сарь все работы завершены. Там было отремонтировано около 11 километров дорог. Стоимость работ составила почти 27 миллионов. Следующий претендент на завершение работ – район Чемишлия, где выполнено чуть более 90% работ. Напомним, программа «Хорошие дороги для Молдовы» стартовала в начале этого года и предусматривает восстановление около 1200 километров дорог в 1200 населенных пунктах страны. Сумма инвестиций составит около 1 миллиарда 600 миллионов леев. Деньги будут выделены из дорожного фонда и госбюджета.